Дамы и господа мои, здравствуйте. Очередная война Астрал за Либерти. Инаки Вильямс против нас. Какие-то Инаки Вильямс. Смотрите, синий, фиолетовый. Синий, фиолетовый. А, ну синий, фиолетовый, по большому счету. Ну, вон зеленый один есть. А вот желтый один есть. А разные центра. Незаменимый донат спонсор YouTube канала Суровый. Вал донат. Ссылка будет в описании. Донат по пазлам. Если хотите акцию какую-то взять, залетаете сюда, выбираете. В кнопку купить. В чат перелетели. Там списались. От меня там бонусы прочитаете. Ссылка в описании. Первый, смотрите, какая зверина. Скат какой-то. Ну, крепкий, 2600, плюс отряд у него стоит. Профильный. Это гуня там или кто, она тоже не слабая такая по хилке. Так, камней на них не дали сразу, видим, да? Вот так вот охота кинуть. Потом желтый там что-нибудь собрать, потом синий там. Движение поляны какое-то устроить. Что еще можно сделать? Можно вот это выкинуть, да? В сторонку желтые уйдут. Ну, даже вот это интереснее, наверное, будет. Так. Он подзарядился немножечко фиолетовых. Пока нема. В холстоун скинуть. Давайте скинем. Может, минус ход, кстати, потеряли. Как будто повеселее что-то было по центру. Ну, давай вот это выкинем. Оп, фиолетовые пошли, да? Блин, Вен не разряжается у нас. 4 камня. Но у нее отряд не манный. Не на ману стоит. Поэтому, может быть, кстати, мы еще и зарядимся. Но это не точно. Ладно, выбор невелик. Ну вот это еще один камень лишний появился, он был лишний. Печалит меня это. Давай дырку попробуем образовать, как в прошлый раз. И туда прокинуть булыжнички. На прошлой войне буквально мы так затащили. Тут искренне на это похоже. На это же самое похоже. Раз, два, три. Тычки пошли раздаваться. Так, аккуратненько камешки красные возьмем. Так, центр надо притормаживать. Слепоты нет? Нет. Есть. Сколько у этой? 498. Ну, атака срезана, лучше сразу в лоб едать. Воскресло. Понятно. Давай вот тут аккуратно тогда кинем. Так, в лоб ей 3 запулю, чтобы она сдохла. Есть. Есть контакт, ребята. Так, булочка Холстоун хочет сходить. Нам, наверное, не надо. Нам, наверное, не надо. Если не закомбит, они нас подождут. Нет, они, ребят, нас не подождут. Началось. Ульту мы посмотрим. Хильнулся, да? Ну, давай, чтобы другую ульту не смотреть, хотя бы вот здесь подруби. Ага, щит маны. Начинаются первые проблемки. Ну, давай так прокинем. Копит, копит злость он. Видали? Как по косарю нам сейчас сунет. Так, что-то немножко поднапихали. Сколько он там накопил? Все, он уже 1050, нельзя снять, да? Будет бить. Ладно. Сейчас мы попробуем разобраться с этим делом. Так. Ну, давайте. 50% шанс ткнуть. Никто не тычет, да?
999. Наверное, надо добивать. А он 140 обратно, да? Это 1000 с лишним мне в рожу отлетит. Интересный вопрос. Ладно, будем надеяться, короче, что мы выживем и нам маны добросится, мы зарядимся. Тысяча пятьдесят. Как с куста. Аккуратненько, где? Нету аккуратненько-то. Все везде комбит, а потом у нас бомбит. Хрена прикол, смотрите, везде вообще комбетина жесткая летит. Как рекомендуют, самый безобидный ход, как походу. Но нам не хватило, да? Блин, опять он своей контратакой сейчас. Опять как рекомендует самый безобидный ход. Давай. Ладно, раз. Здесь сосанем два. Прокинем вот так три. Нет контакта. Нужно кристалл фиолетовый, но нам, наверное, невыгодно. Ладно, да, так хватит. Нет, не хватило. Но все равно должны затаскивать. 3 минуты уже осталось. А я тут все борюсь, да? Сюда. Сюда. Вот сюда нажмем. Так, 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 так. Давайте уничтожайте его уже, а. Все немножечко не то делает, все не так. Есть контакт. Забороли. Так, начало есть положено. Идем дальше. Так, следующий. Отряды, конечно, забавные. Вот где люди берут? Вот это вот. Или свои критовые перекачали, от которых, в принципе, толку-то вообще нет. То лучше действительно такие получить. У меня X90 где-то уже крутануто. Отрядов пятизвездочных не слышно, не видно. За все, за весь период. Так, желтый кристалл надыбал, да? Давайте возьмем. Это у нас 5. 6, 7, 8. Одного камешка нет. Нам нужен 9. 9 камень нужен. Опа. 9 камень, ребят. И даже как будто бы ощущение не комбит. Вивика 9-камневая. А вы думали? Ну, режем броню, пробуем снять всю эту дребедень. Поп-поп-поп-поп-поп. Есть, ребят, контакт. В самую имбу попадаем сразу. Ага, отряд-то крепкий держится, парень-то. Помирать не собирается. Эту сдуло, этот хоть бы что, 161. И остальные такие бодренькие стоят. Почему вы не сдыхаете все время своим 1 хп там, не знаю? Кто вас создал таких, а? Кто тебя создал такую? Ладно, давай сюда прокинем в пустотень. Сейчас они мне тут не сообразят ли минус на толпу. Чисто теоретически должна зарядиться после его ульты. Да. Она вроде 8-камневая у меня получается. Ё-моё, ёшкин кот. Ну там что-нибудь еще подвали. Нет, больше не подвалило. Он по овер хп, по-моему, сильно бьет. Но тут этот Джун немножечко под этого у нас. Подспас. Ни хрена, 1800 в лоб. Дурь и урон опять какой-то.
А давай фиолетовый взорвем. Размажила. Рейна. Она теперь быстрая, траву ложит. Раньше средняя была. Бесполезная. Сейчас якобы должна полезность появиться, но не точно. Поскольку. Ну, нормально. Кстати, может быть ее поднять из загажников, да поиграть. Так, пусть тикнет один раз, а потом я хильнусь. Нормально так тикает. Действительно, надо из загажника доставать. Так, держи. Шлоп. Отлично. Так, следующее. Тут отрядов нет этих психованных, но зато отряды магов, они все шустрые, 90-го левела. Ну, пойдем попробуем. Синий главное не брать, там женщина справа стоит, она по синим лупит по всем сразу. Короче, поляна сегодня вообще не шепчет никак. Как в это играть, не знаю. Так, зеленый выкинул, красных поискать. Непонятно. Картинка такая красивенькая, но нихера непонятная. Может, какой-то ферстеперстовый кристалл опять получается. Если мы так сдвинем, туда полетит бджелаха опять это все. Тут красный, да, будет? Тут будет красный, тут будет красный. Тут будет красный, тут будет красный. Если четверку сделать, тут будет красный, тут будет красный. Сейчас поколдуем. Тут, тут, тут. Тут и вот тут будут красные, да? А может еще что приедет? Охота вот этот камень разыграть. Он там как-то стоит странновато. Поэтому я думаю, давай сдвинем, вот так еще придут, может. Вот и лебедь ходит уже. Лебедь, лебедь. Опять, короче, как бы не завафлить, тут камней много, а я кидаю все не то. Еще одну троечку красную бы, блин, найти бы, а? Ладно, давай я по центру швырну в надежде. Надежды нет. Полетела в джелаха. Начали долбить, хилиться. Ё-моё, поляна дурная. Ну, это заливное, ребят. Две 300 я хер снесу столько когда. А, она еще уклонилась, да? Да. Чуть-чуть не хватает, как обычно. Ну, не придумал, не разгадал, где взять камни. Два надо зеленых в итоге сейчас. Быстро надыбать. Вот джелах шандарахнет так, что там быстро, не быстро скопытишься. Давай он в смартан долбить, что тогда делать? Ни хрена надунул, дыру сделал. Бредятина на уровне фантастики. Все и затыкивают, да? Понятно. 6 камней красных 2 недели собирал. Так. Бенну по центру. Контратака. Вот этот Хаммер Кланк, я сейчас на него кинулся. У него 50% шанс, что он снимет
с атакующего усиления. Это печально, если он будет снимать усиление. Так, есть четверка, да? Нам она сильно нужна. А потом и тройка есть. Она нам сильно нужна. И мы за 7 камней заряжем. Кристалл еще. Вот, мы нажали. Первую делаем прорезку под синий, чтобы сильнее бипопотам бил. Бибибмот. Так, вот смотрите, он себя не сдиспелил, поэтому прекрасно пока что. Сюда можно вот такую хреноверточку швырнуть. 400. Ну-ка, а почему он бил-то, я не пострел? По 600, отлично. Быстренько. 5 звезд отрядов нет, если 5 звезд, то надо моно идти синяя, семикамневая. Так, что-то силу не показал последнего, но вот такой тапок. Он там на себя вешает какие-то полюшки интересные. Я думаю, если что, их заберу. Мысль в этом. Что тут происходит с камнями, вы мне лучше расскажите. Разные цвета опять, да? Ладно, давай пробиваться будем по центру вот так. Вот. Ну-ка, фиолетовые две снизу замкнись. Одна замкнулась. Желтый кристалл. Ага, тенебру решили зарядить. Ну, я думаю, это такое себе занятие. Ну, хотя бы снимем тенебру, да? Не зря мы брали ее с собой эту. Ты смотри, какая, а. Дала прям в лоб ему. Давай двигаем, и потом... Оп, сразу собрались. Так, тихо, не добивай, ну что такое? Ай-яй-яй. А, на привязку душ, что... Она ко мне привязалась. Вот ты зараза. То есть я его буду бить... А урон буду получать я. Зря, конечно, я его добил. Сильно зря. Давай его по ниндзе шандарахнем. Да, он летит дамаг нам по лицу. Угу. Не добил еще, да? Блин, швырнуть-то никак, никак, никак. Давай тут поищем. Вот он ходит, на, в него кинуть, а в него кинуть нечего. Ну, давай привязка душ, там три камешка фиолетовых, не так много. В краешек стрельнул. 1200-то, смотри-ка, сунул. Пока щиты есть, можно у нее кинуть один ход. А то потом опять привязка душ будет. А потом поищем что-нибудь другое. Давай в центр. Суй. Отлично. Хорошее попадание. Теперь фиолетовый надо найти. Оп, нашли. Так. Замедло на Арамисе. Сколько у тебя? Тут 1000, тут 500. Давайте 500 попробуем хотя бы добить. 18 хп. Понятно. Держись, я 18 хп. Так, дозарядилась моя скотинушка. Кристалл можешь собрать, но он стрелять вдруг начнет. Давай вот так соберем аккуратно. О! Ну, тут, скажете, опять, наверное, простой соперник получился. Ну, на поле искал потолще который. Да и тапок интересный получился.
Киприот дозаряжает, прикольно работает. Так, еще один. Ну и вот такой топуля. Здесь прикол в чем? Прикол в двух талантах, стартующих со старта. Во, выговорил. Идем покажу, как Тимия бить. Но надо, чтобы под ним поляна была. Комбила. А она что-то такая себе, да? Синих вообще нет. Желтый тут не разбери, поймешь. Стремная, одним словом, поляна. За три хода мы его не зарядим. Поэтому два таунта в молоко. Вот так вот можно кинуть. Потом красные и фиолетовые полетят, да? Ну хотя бы какое-то комбо. А, сразу улетели. Ну теперь весь фиолетовый и красный полетят. Давай. Вот. Мы его разрядим. Теперь надо зарядиться, а камней-то нет. Дальше-то план какой? Ха. Одну ульту мы в молоко отправили. И все на этом. Хера себе прикол, конечно. Вот видите, он булькнул. И все на этом. Картина маслом. Приплыли или как, не знаю. В общем, не получилось, у него не срослось. Но следующий таунт он снимет и пробьет в лицо. То есть таунт уже не сработает никак. Не то, чтобы не сработает, но вообще никак не сработает. Он его сдиспелит и пробьет. Хотя бы одну примем, да? У меня, смотрите, синий-то уже в рожу столько наполучали, что уже жизни не рады. Ну давай снова хотя бы. Вот сейчас, если бы зеленая была бы собрана, тогда бы опять бы он в молоко бы бульнул. А так он не бульнет. Ну, хер его знает. Какой-то прикол с полянкой получился, да? Не смог я зарядиться, центр три раза ультанул. Синий, кстати, был, можно было взять. Он просто унижение меня тут происходит. Все, он добивает тут вариантиков немного. Дичь, дичь, ребят. А смысл был интересный, красивый. Но ни один цвет не зарядился. Ну и империя пазлов, что? Крепимся опять, живем дальше. 298 очков. Выглядит неплохо. Надеюсь, победим. Выложу, результат будет в Телеграме уже, ребят. Подписывайтесь на канал, вступайте в Альянс, места есть, Астрал за Либерти. Все, пока-пока.